Поющие сердца нам покажут эту замечательную, я думаю, что и вам очень понравится, музыкально-литературную композицию. Но открыть наше это все действо, концерт, мы попросим дорогого нашего отца Константина. Поприветствуем батюшку. Я долго не буду говорить тяжелые темы, мне хотелось бы, наверное, больше даже не открывать концерт, а поздравить, воспользоваться возможностью, поздравить вас с этими праздниками, которые мы пережили. Конечно же, главным образом хотелось бы обратить внимание на рождественские дни, на те дни, которые мы всегда ждем, которые к нам приходят, приходят с определенным настроением всегда, да, и в этом году как раз-таки это настроение было правильное, да, небольшой морозец, так минус 25 нас подбадривал, да, говоря о том, что действительно никак нельзя находиться в спящем состоянии, а хотелось бы, чтобы человек всегда бодрствовал, да, и этот морозец как раз-таки об этом трезвении нам и напоминал. Поэтому мне искренне хотелось бы быть совместно с тем настроением рождественским и поздравить, чтобы это бодрствование, по крайней мере духовное бодрствование, да, я понимаю, что с телесной стороны у нас бывают разные трудности, но вот правильно было, чтобы человек, несмотря на эти телесные трудности, духовно все равно оставался бодрым, да, тем, который всегда готов к тому, чтобы измениться, быть лучше, становиться лучше, преображаться. Этого искренне хотелось бы вам всем пожелать. Ну и обращая внимание на то, что мы все-таки изменили дату, да, а дата уже не 2016, а 2017, причем уже по всем стилям, которые можно было, да, и уже по старому стилю мы с вами, и по новому стилю перешли в совсем другой календарный год. Именно вступая в Новый год, мне хотелось бы пожелать, чтобы действительно эта смена лет не просто бы проходила параллельно, да, как-то вроде со стороны, как часы тикают и время отчитывают, а чтобы мы это время проживали, чтобы мы понимали, что это время дано нам не напрасно, дано нам не случайно, а дано нам с тем, чтобы мы его могли использовать. Я искренне надеюсь, что 2017 год вы сможете использовать с пользой, и что рождественские праздники вновь и вновь вам напомнят о том, каким образом должна проходить жизнь христианина. Помогай вам в этом Господь! С Рождеством Христовым! Этот праздник отмечаем с чувством радости большой. С Рождеством вас поздравляем! Будет пусть в душе покой, сердце будет пусть согрето удивительным теплом. Счастья вам! Любви и света! Поздравляем с Рождеством! Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Мы знаем, что сейчас необыкновенные дни, и в народе, в русском народе есть специальное название для этих дней. Какие же? Кто знает? Святки. Святки, да, правильно, святые дни. Всех зовем на наши святки. Ждут вас игры и загадки. Ждут вас песни, пляски, смех. Шуток хватит здесь для всех. Праздник этот самый длинный. Он веселый, старинный. Наши предки пили, ели, веселились 2 недели. От Рождества и до Крещения, приготовив угощения, пели разные колядки, по дворам ходили в святки, наряжались и шутили. Праздник ждали и любили. Так давайте же сейчас встретим мы его у нас. Уродилась коляда накануне Рождества. Ой, коляда, колядица моя, открывайте окно, запускайте Рождество. Ой, коляда, колядица моя. И встречаем наших колядовщиков. Прошу.
танцовщики приходили и сразу требовали угощения. У нас, конечно, люди более православные, скромные, но хозяева часто говорили им: «Больно вы шустры, не пели, не плясали, а пришли за пирогами, на столе у нас чаё, пряники, ватрушки, ну-ка спойте нам за это веселые частушки». Итак, частушки. Деревня гораздо дальше, может быть, в соседнем уезде, в соседнем городе, а может быть, даже и в другой стране. И тогда на почту приходила на помощь наша дореволюционная почта. Мы тоже приготовили вам открытки. Приготовили вам открыточки. Да. Вот Людмила Николаевна первая пришлет, кому хочет, открытку свою. Я дорогому отцу Константину. Отцу Константину приходит открыточка. А сейчас мы можем залезть в вот такую вот вязаную сумку в почтовую и достать себе тоже открыточку. С добрыми пожеланиями. На целый год. А тут открыточки большие. Выбирается уж любую, не глядя, что попадется. Спасибо. Доставайте. А почему ты не глядя? Не глядя лучше. На Лондон. Я надеюсь, что... А вот кто уже у нас достал, ну-ка, что же вам, что за послание пришло? Повернитесь и прочитайте громко. А пока Катюша раздает всем. Зажглась... Так, слушай внимательно. Христовым. Зажглась звезда. Христов, Христос родился, и мир любовью озарился. Пусть счастье входит и в ваш дом. Прекрасным светлым Рождеством. Замечательное поздравление пришло, наверное, из долгой, из далекой страны. А что же здесь? Прочитайте. А можно с меня вот громко так, всем интересно. Рождество самый лучший, самый добрый из дней. Здесь родился в день этот Божий Сын среди людей. Замечательное пожелание и замечательное послание. Марина, что же вы получили? Выходите, выходите, не, в тайне не держите. Всего? Но? Всего, что приносит тебе счастье и радость, всего, что для тебя наиболее важно, всего тебе я желаю. Пусть исполнятся все твои мечты. С Рождеством вас! Ну, спасибо всем, кто прочитал свои поздравления вслух. Мне кажется, что раньше, по-моему, присылали более сотен тысяч открыток рождественских и новогодних. А мы, гости дорогие, ждем от вас еще песен радостных
Праздник великий настал уже снова. Всюду веселье, пиры, торжество. Вспомним, какое поведало нам слово тот, чье справляем сейчас Рождество. Каждый да будет всегда милосердным к слабым, сиротам, убогим, больным, тем, что имеет поделиться с бедным и назовет его братом своим. Так окажите же, други, участие. Многие встречают в нужде Рождество. Доброе дело, великое счастье. Это святое души торжество.
Но верю я, что истина сама нам смысл этого праздника, потому что она называется «Истина». Мы знаем, что одна только истина может быть на этой земле. Но мы предлагаем вам, дорогие гости, тоже поучаствовать в выборе песен. У нас будут музыкальные загадки. Я загадываю загадку, вы отгадываете, а наши поющие сердца исполнят песню на эту тему. Итак, первая загадка. Летит, молчит, лежит, молчит, когда умрет, тогда заревет снег. Какие вы умные. Есть вы что-нибудь про снег? Да, конечно. Хорошо, слушаем. Yeah.
Пожалуй, продолжим. Кого за уши повесили, за язык подергали? Только так? Колокол, да, правильно, смелее, правильный ответ. Ну, колокола обычно у нас где звонят? В церкви. Может быть, что в церкви стояла карета. А кто слушает, скачет. Ёлка. Ну, ёлка, да. Зайка. Ну, ёлка. Нет, не то и не то. А вы откуда знаете? Ну, правильно, да, дудка, совершенно верно. Музыкальные этюды. Нет, там никто не сказал. Но ничего страшного. Ну давайте. Давайте следующую загадку. Да. Следующая загадка. Это не считается. Не отгадали. Вы не отгадали, отгадали поющие сердца. Это не считается. Итак, морщинистый тип всю деревню веселит. Гармонь! Гармонь. Ну, все вы знаете. Это ничего не видите. Правильно, гармонь. Да,
когда на большое пресчужее село осветилось переливами озёло. Кто-то тронул тишину, кто-то тонкую струну, и рассыпало раздудалый перебор. И рассыпало раздудалый перебор. Гармонь играет, и радость тает, и радость тает, как у меня. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает, и за тебя. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает, и за тебя. Только песня развелась, и то часто танцевалась, а девчонка молодая и весела. И задорно, словно солнце светится, сон расплескался от села и засела. Расплескался от села и засела. Гармонь играет, и радость дарит, и радость дарит на слове дня. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает, и за тебя. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает из-за тебя. Если нынче не везет, а хочу наоборот, стала я места боюсь, допустим, вот. И тогда смешили к тесты песни своей, пусть ответим там любовью на любовь. Пусть ответим там любовью на любовь. Гармонь играет, и радость дарит, и радость дарит на слове дня. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает из-за тебя. Гармонь играет, и радость дарит, и радость дарит на слове дня. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает из-за тебя. Гармонь играет, душа страдает, душа страдает из-за тебя. Не прерываясь, деревеньку. Поколом обиды,
Как у нашего соседа весела была беседа. Уцки в дудки, чечетки в трещотки, зайки в балалайки. Играют, играют, всех потешают. Да и мы сейчас начнем, инструменты лишь возьмем. Песня «Ярмарка». Хорошая погода на душе, стоит на улице, мне очень обидеть. Погуляй со мной, ярмарка цветет, не плачет и смеется православный нам народ. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 ровная и яркая, хороша моя чистая, моя душа, хороша моя чистая, моя душа. Парень в заслоночке колечко подарил, на птичку подарил мне подарочек купил. А парень в заслоночке подарил, хороша, пусть его кармами, но зато поет душа. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 золотая и яркая, как душа моя чистая, моя душа, как душа моя чистая, моя душа. А если тучи темные над ярмаркой пройдут, ночь не печалится над днем такой уют, и песню замужную сыграет музыка. Широкая и яркая и прекрасная. В зимний рождественский вечер снег за окном серебрится, вновь зажигаются свечи, чудо готово свершиться. Пусть этот праздник прекрасный много добра принесет, радости, светлого счастья, мира, тепла на весь год. И что же мы желаем? Солнце ярко светит, и смеются дети, а мы рука в руку идем с тобой рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и нам приятно всем вам говорить. Желаем, чтобы все были здоровы, и чтобы над нами сияло солнце ярче, чем нам вода достанет, что достанет жизнь, чтобы я не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Мы желаем мира и добра желаем, и каждому здоровья от всей души желаем, и нам немного надо, хотим, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаем, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем нам вода достанет, что достанет жизнь, но твоя не знает.
наши дети вас радовались. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дорогие друзья, ну вот видите, свеча Рождества действительно, пускай будет зажженная в нашем сердце до следующего Рождества и разгорится, и никогда не гаснет. А чем же, почему же она не должна погаснуть? А если мы будем наполнять свое сердце любовью, радостью, всеми делами добра и милосердия, и, конечно, тогда свеча будет яркой и действительно рождественской. Спасибо вам большое за внимание. Благодарна вам очень, что вы нашли время. И благодарим легендарный коллектив, который нас с нами всегда и везде. Давайте мы вас представим, может быть, кто-то не знает. Руководитель ансамбля Лилия Рюмина. Приветствую! Маргарита Павлова. Приветствую! Тереса Синють. Людмила Гринкявичина. Мария Маринина. Наталья Баринова. Спасибо большое этому коллективу. Концертмейстер Люция Вишневска. Хочу еще сказать низкий поклон, правда, этому коллективу, мы его так и называем легендарные, потому что ни один концерт той же больницы Вилкпидис не обошелся без этого ансамбля. Открою вам секрет, что тогда, когда у нас получается так, что мы с бабушкой ели с постели, с медсестрой подняли, на колясочке привезли, не раз было так, что под эти чудные песни с русским духом смотрим, а бабушка уже пошла в пляс, и медсестры бегут и говорят: бабушка, куда же ты? Она тут не мешает, и дайте мне сплясать. Вот и такие чудеса может творить этот прекрасный коллектив. Низкий вам поклон. Спасибо большое, спасибо всем, спасибо вам, дорогие гости наши. Все, благодарим.